Всех приветствую на прохождение второй части нашего симулятора заправки. Так, что у нас тут надо? Обслуживайте клиента на кассе. Каждый товар, который пойдет в корзину, это да, это я так понял, но... Но не хотят люди, да? Давайте тогда поубираемся здесь чуть-чуть. Чуть сильно много мусора они тут разводят. Плюс еще баблосики нам надо, баблосики. Чтобы закрыть долг дяди, родственники гребаные. Так. Что это? Ага, у нас это просто камушек. Хорошо. Так, а мы можем взять в руки пакеты, собрать вот это вот так по-быстрому. Они здесь не мусорили. Блин, надо будет уборщицу нанимать, серьезно. Потому что это вообще не вариант. Реально, я чувствую себя как на реальной работе. Так, здесь еще нормально, здесь еще нормально. Ну ладно, давай поменяем. В принципе, почему бы и нет, правильно? Так, а я надеюсь, у нас мусорных пакетов без лимит или нет? Или нужно будет постоянно заказывать потом? Каждый раз. Так, а где мусорный пакет? А крышка здесь откуда? Так, хорошо. Давай закажем, наверное, вывоз мусора. Услуги. Да, заказать. Отлично. О, шериф. Здравствуйте. Давайте его заправим. Ну и какой вы серьезный. Все, да, до побачения. Так, здравствуйте, давайте. Раз. Давайте попробуем по-быстрому это все сделать. Стой. Все, отлично, 9.90. Ля какая. Да погоди ты, не уходи. Дай тебя рассмотреть получше. А еще такая, да? Так, давай посмотрим, что у нас здесь еще. Статистика, услуги. Займ оплатить. 700, да? А у меня 700 баксов всего лишь. Так. Принять. Угу. Текущий долг 4200. Хорошо. Инструменты. Так, вроде пока мне ничего нельзя сделать, да? Да, иду. Че ты дудишь? Отлично. Так, нам звонят, походу, дядя, да? Ой. В смысле, где деньги? Я только что заплатил. Ой. Ой, а где полиция, когда нам нужно? Слышишь, только что 700 баксов тебе отдал. Это что, для тебя внимание? Во. Дядя едет, да, наверное? Не, ну серьезно, я 700 баксов отдал. Даже на пюрешку не осталось сосисками. Так, ты шо, как все серьезно. Бенджер? Ты что, меня заправку забираешь? Алло, я только начал. Так, достижение разблокировано. Хорошо. Так,
Так, привет, племяшек. Снова на ногах. Надеюсь, твоя голова больше не кружится. Спасибо, кто взял трубку. Нам нужно поговорить. Произошла ошибка, серьезная ошибка. Вы, может быть, спокойны, зная, что я позабочусь о том, чтобы ответственные лица понесли должное возмездие. Срок вашего... Ага. Слишком короткий. Давайте на время забудем об этом. Хорошо. Однако, чтобы получить, вам придется каким-то образом возобновить работу склада. Ты решительный парень. Ты разрулишь это. Хорошо. Окей. Хорошо, хорошо. Нам дали, как говорится, в ухо. Но извинились. Отлично. Так, прежде чем приступать к ручному труду, племянник, мы должны поговорить о новых профилактических мерах. Знаешь, поговорку лучше перебдеть, чем не добдеть. Угу. Хорошо, хорошо. Так, закуплен наружный декор. Так, давайте мы сейчас заправим. О, 700 баксов у нас есть. Хорошо. Наружный декор. Где он у нас тут есть? Карточки. Ага. Назад. Нет, не то. Так, декорации. Стеллажи, товары, а то запчасти. А где у нас декор закупленный? Так, счет, услуги, доставка, декорации. О, предметы. Не, не то. Ага, вот. Купить. Купить. Ну, давай еще купим. Давай пальму купим, еще пальму купим. Все, отлично. Выход, шикарно. Так, вы тут ничего не заказали у меня пока, я думаю, что нет, да? Так, давай смотреть, хорошо, смотри, пальма есть. Все есть, побежали тогда. Сейчас посмотрим. Что нам нужно здесь, склад, да, какой-то? С вами открыть. Так, подсказка, письмо, улучшение. Во. Шикарно. Все, мы расширились, да, немножко? Прикольно. Клиенту заправки один. Здравствуйте. Сейчас я к вам быстро вернусь. Сейчас мы только заправимся здесь. Отличная работа, хорошо. Так, давайте смотреть. Отлично. Шикарно. На 2 баксика мы съесть, да? Услуги, займ, текущий долг. Ага, в принципе, пока мы, я думаю, можем и не париться, да? По поводу него. Так, новое письмо есть, хорошо. Давай прочитаем. Улучшение. Ладно, племянник, нам нужно кое-что пояснить. Так, тем не менее, станция это, пожалуй, то, что ты сразу почувствуешь, когда решишь ее модернизировать. Не стесняйся. Заказывай строительные работы. Хорошо. Улучшение. Склад. Вместимость запаса 200, объем 2К. Угу. А как нам это сделать все? Пока без понятия, да? Найдите способ проникнуть на склад. А где наш склад? Вот это вот наш склад. Так, нужны кусачки, да? Хорошо, давай это мы с тобой выкинем. Слышь, я таки извиняюсь, а вы не желаете футболку, да, одеть? Либо надеть? Так, найдите способ. Ага, найдите способ. Наверное, нужно будет купить сейчас кусачки какие-то. Правильно я понимаю? Ага, вот ключи есть. Ой.
шикарно. А, это ж все расширилось. Здравствуйте, мужчина. Сейчас, секундочку. Я пока меня не соображу. Если честно, что от меня хотят. Да-да-да, я вам тоже хорошего дня. Давай, наверное, мы полку сюда одну переместим, да? Так, склад, полки. Так, склад, их. Угу, давай. 7 предметов. Сейчас по-быстрому это все сделаем. Сходим на склад. Нужно будет полки переместить, потому что что-то как-то вообще не камильфо. Давай, наверное, мы пока мисс заправку с вами. Все. Заправка пока мисс закрыта. Все, мы пока не работаем, да? Да. Нужно будет сейчас склад улучшить. Падла, ну и уезжай. Сейчас нам будут открыть склад. Шикарно. Угу, гитара. Это мне не надо. Это то есть нужно будет повыкидать, да, все? Угу. Так, погодите, ребят, сейчас разберемся. Мы разберемся. Склад есть. Найти способ проникнуть на склад и открыть там ворота. Ага, ворота нужно будет открыть. Давайте откроем ворота. Ага, ворота вот изнутри открываются. Хорошо. Есть. Так, держите ворота на склад закрытыми, иначе кто-то сможет это все украсть. Хорошо. Это я понял. Так, давайте возвращаться назад, посмотрим. Здесь нужно будет сейчас это все. Полки, склад. Блин, опять это, да? Малой. Слышь, уйди отсюда. Падла. Падла, как же ты меня бесишь. Сам ты какашка. Ладно, мне надо полки вынести отсюда. Мне нужно отсюда вынести полки. Сделать вот так вот. И опять заново все перекрашивать. Правильно я понимаю? Так. Это мы все выкидаем. Это мы все выкидаем, выкидаем, да? А почему я не могу его вынести? Скажите мне, пожалуйста. Да, я знаю, что мы сейчас теряем с вами баблосики наши. Из-за того, что закрыт. Закрыта наша заправка, но по-другому, но никак тут не сделаешь. Надеюсь, дядя на нас сильно не обидится. Так, хорошо. Теперь что мне нужно? Мне как мы тебе передвинуть? Так, покупки, склад, выход. Так, разместить, нажми Shift, чтобы взять. Ага, вот. Давай. Передвинем мы тебя вот в эту сторону. Надеюсь, ты же больше не будешь, да, тут расширяться? Ну да, по идее, он не будет расширяться у нас с этой стороны. Так что поставим, давайте полочки наши вот сюда. Возле часов. И это тоже мы переместим. Да, долго, знаю, нудно, но что поделаешь. Это работа, ребята. Все, хорошо. Чтобы разместить все.
Отлично. А здесь склад. Вход. Ага, этого нету, да, ничего. Ладно. Давайте выкидать мусор дальше. Наверное, побежали. Откроем все-таки нашу заправку. Откроем заправку и будем дальше выбирать с вами. Все, открыто? Да, открыто. Так, матрасы всякие тоже нужно будет выкинуть и заказать этого у вас мусор. Так, доставка услуги, вывоз мусора, заказать. Нужно будет перекрасить это все заново. Все, отлично. Еще чуть-чуть, еще немножечко. Так, ага, туалет нам еще недоступен, да? Так, а ну поместимся? Или не? Понял, не поместимся. Ну и ладушки, давай туда. Вот сюда. Шикарно. Так, надо успеть, пока месть не приехал вывоз мусора. Все, шикарно, вроде бы справились. Так, давай сюда. Положить, берем в руки валик. Берем обои. Давай, пусть такое будет. Ой, красиво как. Нам будет, наверное, еще сейчас на склад заказать нам твою продукцию. Нам будет продукцию заказать. Во. Вот так вот, да? Поубирать нужно будет. От краски, да-да-да. Кто там? Так, здравствуйте. Давайте мы вас заправим. Шикарно. Так, продолжаем. Не-н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 е. Уйдите. Дай, пожалуйста. О, вот такими. Да ёб твою. Падла. Так, отлично. Так, там не дуди, пожалуйста. Так, а сто, это что такое? Это типа нам на склад что-то привезли? Правильно я понимаю? Так, уберите сток стены со склада. Хорошо. Это мы обязательно сделаем. Только не сейчас. Все, шикарно. И пошлите стены закрасим, где у нас тут наш парнишка нам все испортил. Отлично. Давай здесь тоже докрасим. Ага, прям все в лицо. Так, здесь тоже будем докрашивать. Наверное, позже. Наверное, позже, да? Так, мужчина, идите сюда. Ну, давай. Шикарно. Так, есть. Угу. Ты пока не знаешь, что ты будешь купить. Купать, да? Блин, вот это вот потолок мне не нравится вообще никакой, да? Не красится. Так, что у нас здесь? Хорошо. Скитлс, да? Чипсики. Отлично. Так, идемте. Очистим склад. Так, иди сюда. Я так понимаю, его выкидать нужно, да?
Один из 12. Блин, а у нас все не поместится. Нужно будет на пол как-то где-то его скидывать. Так, а давай мы откроем ворота. Так будет, наверное, быстрее немножечко, да? Так, давай куда-то сюда. Дальше мы с тобой уже потом разберемся. Потом сейчас приедет машина с товаром, а у нас здесь все грязно. Надеюсь, здесь нету лошадей, потому что будет обидно. Мы все повыкидали. А лошади наши не понямали. Просто если я сейчас буду все складывать его в мусорный бак, сами понимаете, что придется раз 10 заказывать машину, да, для вывоза мусора. Так что пусть здесь пока аккуратно полежит. Ну, это мы можем выкинуть. Это, в принципе, нормально. Так, ага, вот еще мусорный бак. Так, давай тебя сюда. Тебя сюда. Так, все. Ага, еще один. Так, восстановите склад с главной вкладки ПК. Хорошо, сейчас восстановим. О, мадам. Сейчас мы отпустим нашего покупателя. Так, сладенькое, да, захотелось, я смотрю. Отлично. Так, улучшить склад. Есть. Шикарно, разблокировано. Так, заправить. Ух ты ля какая. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Может, ты со мной останешься здесь, нет? Понял. Судя по твоей походке, ты и так, да? Неплохо время провела. Так, здравствуйте. Ага, все. Ты что, бык? Испугать меня решил, да? Падла. Это что такое? Это что такое? Ладно, ладно. Чувака выпал окунь. Топливо уровень низкий. Хорошо, время заказывать топливо. Так, на 500 баблосиков есть. И давай посмотрим по поводу магазин. Угу. Пока здесь ничего нету. Ладно. Как-то без музыки, да, сильно тихо стало. Не знаете, куда музыка пропала. Но я ничего не менял в настройках. Все, шикарно. Так, сейчас, мадам, погодите, дайте поубирать. Дайте немножечко поубираем. А мы полы можем покрасить, либо не можем? Нет, не можем, да? Здравствуйте. Так, чего желаете? Чего желаете? Так, возьмите пневматический молоток. Ага, выход. Сейчас, секунду. Мы заправимся. У меня новое письмо. Так, а ну, подвинься, почта. Ага, пора делать склад. Хорошо. Да иду. Достали, я один здесь вообще работаю за всех. Давай, вставляй шланг.
Блин, надо будет расширить это место, потому что вообще никуда помещаться не можем мы с вами. И везде одни пи-пи-пи. Отлично. Да-да, это все. Давай, чухни отсюда. Тихо, люди спят, понимаешь, вечер. Это тоже. Понятно, женщина за рулем, все ясненько. Так, что нужно? Закажите еще продуктов. Укладки ПК, доставка, хорошо. Давай заказывай. Доставка, продукты, магазин. Напитки. Так, в корзину. Давай каждого позаказываем. Надеюсь, нам хватит с вами этого всего. Все. На 468 баксов, да? Хорошо. Что-то сильно много всего заказал. Что у нас тут подороже? Давайте удалим вот это вот. Недостаточно средств. А что мне нужно? А, у меня 400 баксов всего. Понял, понял. 383. Заказать. Алло, Эра. Понятненько. Есть. Мы заказали. Здравствуйте. Здравствуйте, мужчина. А двое мне как раз и нужны. А я не могу. Вот, оно дальше не едет, видишь? Так, возьмите пневмомолоток. Хорошо, инструменты. А где у нас пневмомолоток? Есть у нас такая штука? Нету. Жалко. Так, клиент у кассы, клиент на заправке. Везде один клиент, клиенты, клиенты. Одни клиенты. Видите, перестала вот это ездить нормально штука. Штука перестала нормально ездить. Здравствуйте, молодой человек. Вы тоже что-то хотите, да, скупить с вами? Видите, оно не хочет. Все, 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 отстань. Так, на склад приехали продукты, хорошо. Да-да-да-да-да-да, слышу. Заезжай. Давай. Отлично. А, то есть мне надо еще и разгрузить это все. Прикольненько, то есть мне нужно будет это все еще разгружать, да? Отлично, так все, уезжай, надо будет от этого мусора потом поизбавляться. Как там? Так, оно? Ну почти. Почти попали, ладно, давайте возвращаемся назад. Надо будет на складе потом навести порядок. Здесь еще все покрасить. Так, полки, разместить все. Разместить все, выход. А, давай здесь. Все, отлично, отлично, справились. Уборка нужна? Да, нужна. Так, доброй ночи. Надо будет посмотреть, можем ли мы с вами что-то улучшить. Возьмите трубку. Так, я вижу, ты усердно работаешь над тем, чтобы твоя станция снова работала, парень. Хорошо, хорошо, я бы не хотел, чтобы было иначе. Я просто хотел напомнить тебе, что не только я оцениваю твою работу. Конечно, твой дядя лучше знает, как вести бизнес и хочет,
видеть твое процветание, но мое одобрение — это только мое одобрение. Настоящее одобрение, за которым тебе нужно следить, это одобрение, которое дают тебе твои клиенты. Если обман будет раскрыт, ты можешь даже раздавать египетские бриллианты, и никто глазом не моргнет. Держи клиентов счастливыми. Слышишь? Слышу. Так, соберите положительные отзывы клиентам, чтобы повысить уровень популярности вашей станции. Я, конечно, не против это сделать, но, сами понимаете, не, у меня вот эта штука перестает ездить. Так, функции, прочее. Ага, то есть... Понял, я не могу купить, пока мы не расчистим это, да? Да, давайте сейчас расчистим. А, где наш трактор? По полям, по полям. А где наш трактор? Ага, вот иди. Я думал, уже все украли. Сейчас с вами расчистим, купим еще одну стоянку. И будет шикарным. Только не застрянь, пожалуйста. Хорошо. Блин, если бы они еще мне за стоянку денежкой платили, вообще было бы шикарно, да? Согласны? Вообще реально было бы шикарно, но они не хотят этого делать. Так, идемте. Клиент стоит, ждет нас на кассе. А, офицер, добрый вечер. Чего желаете? Чипсиков, да, желаете? Отличная работа, спасибо. Угу. Давай тогда я тебя тоже по высшему разряду сделаем, да? Все, зайка, позвони мне, а я пойду, пока я здесь закончу. Закончу свое дело, то, что я начал расчищать. Что это такое? Боже, какое неудобное управление. Оно не может и ехать, и направо, и налево делать все это. Так, дай сюда. Ну? Ну, появляйся. Давай, значок, появляйся, пожалуйста. Ну, давай, думаешь, я с тобой буду до ночи вот это вот играться? Должен появиться значок. Для уборки. Топливо закончилось, падла, и бесишь меня. Здравствуйте, что вы тут хотите? Чего вам нужно? Ага, у меня поломалась система. Вот где. Раз, два. Да-да-да, я знаю. А, еще? Еще не все. Божечка, как это долго. Все, давай, до побачення. Давай, мадам, мы тебя заправим. И мне самому нужен будет бензин для трактора. Все, 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 до побачення.
отлично, отлично, отлично. Один наш трактор. Блин, а когда последний раз наш персонаж... Этот персонал... Персонал спал. Все работает и работает, да? Хорошо, давай сюда. Ну, появи значок, пожалуйста. Почему нельзя просто подъехать к этому всему? Чтоб сразу появился значок. Но без значка, ребята, я не смогу его никак очистить. О. Вы видели, да? Чуть-чуть появился. Но немножко появился. Но. Пожалуйста, не беси меня. Блин, разработчики. Вы, конечно, молодцы, серьезно. Чтобы вы понимали, я сейчас нажимаю налево, оно едет направо. Я нажимаю вправо, он едет влево. Угу. Хорошо, давай к этой куче подъедем. Но она не срабатывает, ну вы сами видите. Она реально не срабатывает. Полный мусор X1, хорошо. Божечки, я сейчас взорвусь. От этого всего. Что ты, зайка, хочешь? Что у тебя тут? Да. Да, он достали библиотека. Сколько ты мне должен? Много. Ля, с этой тоже селедка выпадает. Что за бред? Так, у меня новое письмо, я это понимаю. Мне надо с этой штукой закончить. Пожалуйста, игра, дай. Дай хоть чуть-чуть. Ну, помоги. Подуди себе, знаешь, куда? Вот, оно где-то тут промелькнуло немножко, видите? А где конкретно его словить, вот это вот? О, наконец-то! Как же сложно. Реально, как же сложно. Так, идемте, у нас тут заправить надо, плюс... По-моему, на кассе кто-то стоит. Давай, быстрей. Да. Сейчас, парниша, погоди.
Погоди, погоди, погоди. А ты не можешь ближе ко мне это все вложить, не? Awesome. Прикольненько. Да. Так, мне нужно взять топливо. Сейчас. Подожди. Нужно будет сейчас взять топливо и закончить таки с этим трактором. Да-да-да. Как обычно с вами отлично справились. Так, давай заправлять, давай расчищать. Блин, надеюсь, на этот раз немножечко побыстрее будет. Или не, или так же самое. Реально, из-за таких вот моментов хочется взять и удалить просто эту гребаную игру. Хотя игрушка мне нравится. Честно, честно признаюсь, игрушка мне нравится. Ну вот, где ловить момент? Это где ловить этот момент? Оно даже нигде не мелькает, видите? Тихо. Где-то появилось было. На секундочку. Надо еще успеть это все сделать, все взять, отлично. Да погоди ты, ты видишь, я здесь не могу с трактором гребаным справиться. Все, и надо будет заняться той постройкой. Так, отлично. Высыпайся. Так, шикарно. Отлично. Падлы намусорили. Хоть селедку не оставили, да? И то радует. Так, давайте улучшать. Так, недостаточно денег. А почему? Туалет, парковка. О, туалет. Ага, задание выполнено, да? Шикарно. Очистить туалет с помощью веника. Веник это типа метлы, правильно понимаю? Так, задание выполнено. Ля, как оле. Все как оле. Так, отлично. И... просто фи. А что тебе не нравится? Воняет, да? Ну, не надо было как оле раскидывать. По всему туалету. Отлично. Ага. Ага, ага, ага. Все вам не нравится. Все вам не так. Все вам не так. Могли взять сами все сделать, раз вы такие умные.
Что здесь я могу поубирать как-то еще и привести все в порядок? Так, давайте сделаем все красиво. Пусть будет Рождество, да? Во, вот такие вот. Ясненько, понятненько. Хотел сделать все красиво Рождество, но, увы. Значит, будет вот таким вот. Ой. Хорошо, отлично. Давайте еще пару стеночек. Так, входная дверь. Надеюсь, тут туалетную бумагу не надо будет менять, заказывать постоянно. Или надо будет уже? Будет неприкольно, если честно. Все, шикарно. Все, мы молодцы, мы справились. Так, у нас новое письмо. У нас новый шериф. Здравствуйте, шериф. Как вы? Так, можно ли мне смотреть, что там? Одобрение популярное. Да-да-да, это я понял. Это я понял. И сколько это стоит баблосиков? Ага, я даже на крышу могу выходить. Прикольненько. Они ж пользуются туалетом, правильно понимаю? А, все хорошо, найс, тебе нравится, да? Понял, ну и отличненько. Как говорится, писай на здоровье, зайчик. Все, писай на здоровье. Так, я думаю, в принципе, на этом можно, я думаю, эту серию заканчивать. Следующее уже будем дальше так же самое с вами разбираться. Надо будет сейчас вывоз мусора заказать. И, наверное, посмотреть, что у нас на складе там осталось, либо не осталось. Склад выход. Нету ничего, да? Давайте на складе. На складе, на складе, на складе доставку закажем. Давайте, наверное, закажем топливо. Сколько у меня на соточку? Заказать. Закажем в магазине. Напитки, закуски. Давайте, наверное, 100 баксиков, да, у нас? Давайте, раз... Два. Вот так, 3-4. Угу, недостаточно, да? Все, шикарно. Да-да-да, я вас слушаю. Чего желаете? Чипсики, да, желаете? Отлично. Так, давай заправлять. И ждем доставку с вами. Надо будет потом на тракторе вот это вот расчистить все и починить. Не знаю, что это такое, конечно, но надо будет не забыть это сделать. Так, ладно, сейчас к нам заправка приедет. И плюс приедет со склада еще, да? Давай мы тебя тоже повыкидаем. Сказал, повыкидаем. Либо, по крайней мере, попытаемся выкидать это все. Все, отлично. Вот и доставка едет. Вот и доставка едет. Давай, давай, давай. Только не задави меня. Так, шикарно. Давай сюда. Да погоди ты. Все, отлично. Давай, уезжай. Мы закрываем. И заправляемся тут. Да я слышу, слышу. Я не могу уж разорваться.
Все, можно, в принципе, заказать вывоз мусора. Услуги вывоз мусора заказать. Эти сейчас взорву твою точку. Все, пожалуйста. Угу, поубираем. Все, чистенько, да? Все чистенько, все хорошо. Пока меня не придет Деннис и не испортит это все. Так ладно, ребят, я думаю, на этом... Ага, на этом наша смена закончена. Так, отлично, мы что-то разблокировались с вами. Наша смена, как говорится, закончена. Можно, в принципе... А, нет средств для покупки, нужно 500 баксов, да? Можно, думаю, будет заканчивать на этом все. Купить мастерскую, главные полки. Так, улучшение мастерская, но у нас баблосиков с вами нету. Так, что ты тут хочешь? Чипсики, понял. Пока, наверное, мастерской у нас не будет. Я думаю, нам надо сначала закупить будет продуктами все. Потому что на одном бензине мы далеко не выедем с вами. А потом уже смотреть. Так что все. Всем мур-мур. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Если что, то уже до следующей серии. Без вас проходить не буду. Будем вместе с вами все это делать. Ага, понятненько. Мне интересно, это из-за того, что я краской надышался, или что это? Или что, как говорится, с нами не так? Так, все. Всем до потом и пока-пока, а я дальше продолжать работать.